страны и своего города, почетного гражданина города Кагула, Котляревского Семена Наумовича. Мы его все, наверное, запомнили, как неравнодушного человека чужой беде, как неугомонного гражданина, которого волновало в городе все. От того, помогли ли ветерану и пенсионеру, и как благоустраиваем город. Я вообще-то с чистой душой стою у его гроба, потому что его последнюю просьбу сделать остановку напротив женской консультации мы все-таки сделали. Автобусную остановку. Вы знаете, Семен Наумович всегда приходил с просьбами о ком-то. И я не помню случая, чтобы он обратился с просьбой, чтобы в чем-то помогли ему. Их семья Котляревских была всегда для нас примером, какие должны быть семьи у нас. И я думаю, что каждый, кто знал Семена Наумовича, никогда его не забудет. Если бы таких людей побольше было в нашей городе и в стране, то, наверное, уже бы был коммунист. И жили бы мы значительно лучше, чем живем сейчас. Светлая вам память, Семен Наумович. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов члена Горного партии Селиванову Анатолию Алексеевичу. Уважаемые товарищи, сегодня мы провожаем последний путь последнего офицера, участников Великой Отечественной войны. Семен Наумович в свое время закончил Оренбургское пулеметное училище и начал боевой путь от Запорожья, где был первым в бою ранен. Командовал пулеметным взводом Максим. После госпиталя он освобождал Запорожье, освобождал Одессу, Белгород, Днестровский, Молдавию освобождал, Болгарию, Румынию и Сербию. Закончил свой путь в Сербии. После войны окончил Одесский медицинский институт. И долгое время трудился у нас в Кагуле на должности санитарного главврача. Вот именно благодаря ему у нас в санатории была открыта эта лечебная вода и был построен санаторий. Благодаря его принципиальности как человека и как коммуниста. Коммунист он 46-го года. И до конца он всегда трудился достойно. Был великолепным пропагандистом. Его можно было встретить в школе, в детском садике, в воинской части на погранзаставе. И всегда он проповедовал торжество гуманизма. Пусть земля ему будет пухом. Пусть всегда он будет в наших сердцах. Прощайся, Семен Иванович. Слово предоставляется председателю еврейской общины Бронштейну Семену Давыдовичу. Сегодня мы обращаемся к Семену Ивановичу Котляревскому, который был для нас не только другом, но и оказывал нашей общине методическую помощь и моральную поддержку. Мы знали его как опытного врача, как публициста. Всегда читали его заметки в местной печати. Он был неравнодушен к боли, к всем новинкам. И освещал все это в публикациях и заметках. Мы всегда будем помнить с гордостью